Откройте глаза, вам можно... Вы не можете проснуться? В чем дело? Кто-то ударил вас? Сюда, позвольте помочь. Эндрю? Я типа здесь. Это звучит как настоящая беда. В орфографическом двигателе говорит. Черт. Ну давай. Два часа назад. И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Альберт, и добро пожаловать на канал Playtime. И мы начинаем проходить дополнение к Outlast. Осведомитель. Вот он катает маляву, мазафак. Тому репортеру, который приходил, помните, да, кто смотрел первую часть прохождения, помнят, как это было. Кто не смотрел, можете посмотреть, перейдя на ссылке. И вот мы... Кто здесь? Что ты здесь делаешь? Все. Можно идти. Парк? Они уже три раза вызывали вас. Там что-то срочно с кондиционером. Что ты делаешь? Я думал, ты просто компьютерщик. Ты мужик, да? Ты мужик, я спросил. Ты мужик? Сюда никого не пускай, понял? Ты меня не видел, понял? Ты меня понял? Он даже глазом не моргнул. Жесть просто. О, ты на меня посмотрел. Ты реально за мной смотришь? Нет, не смотрит. Мужик. Ладно. Вот мы опять в этом бункере. В этом, как его называют? Как тебя там называют? Ну понятно, да? Где здесь. Чуваки. Пацаны! Пипец вы балаболы! Где маски такие взяли? Мне дайте, пожалуйста. Ладно. Фиг бы с ним. Уэйл Парк, не так ли? Почему вы не отвечали на вызов? Я скажу вам, что вы идете. Ну-ка. Как ты там говоришь? Прикольно. Мужик, дай пройти. Не хочешь, да? Ну ладно. Пойду тогда сюда. Дверь надо закрыть. Еще одни балаболы. Крайс Уэйлен, поспешите. Ты что мне указываешь? Ага, ребята. Ребята, а вот оно.
Офигеть. Вот они все здесь работают, все живые. С автоматами даже ходят. Охренеть. Так, ну чё, давайте, ребята. Что я тут? Кому чё тут помочь-то? Я чё-то не пойму. Где, кто? Вот это мое место. Нет, это не мое место. А, вот, чел. Чел, чё там ковыряешься? Давай я сделаю. Я же компьютерщик. Так, ты двери мне откроешь, нет? Придурок. Не откроет. Тут тоже все занято. Мазафак. Ладно. О! Точно, вот же. Так, наконец-то. Где же вы были? Функциональный интерес изображения не отвечает на АСЛ. У нас пациент, который 30 секунд что-то делает. Я могу позвонить в камеру, попросить чего-то. Сейчас я вам все здесь сделаю, мазафак. Пентагон сломаю. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Кофе мне принеси пока. Опа. Братан, помоги мне. Эй, успокойся. Я спокоен. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. Head will need to roll if the fusion monitoring is not active when you put him in the engine. 5 seconds. 4, 3. Arterial spin labeling is back online. Good thing. Pipets. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Right. Sure, hold on. Ладно. You need to exit the room, sir. Пошел ты. И ты пошел. И я пошел. Пошел я в свой офис. Где мой офис? Мой офис здесь, да? Здесь, кстати, управление такое же, да? Оп, 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 оп. Тихо. Это мой офис? Блядь. Это рассказывает истории. Ах, твою мать, сука. На пол вниз, держи руки, чтобы я видел, блядь. Ох, тварь, а. Мистер Уэйленд Парк. Консультинг контракт 8208. Софтвер инженер with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid, in fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Gondona. Oh, did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Ах ты, гандоны. Услеблар.
осведомитель. Вот такая вот печалька, мазафака, получилась. И сейчас я тут сижу, превращаюсь. Ох, ёшкин ты, матрёшкин. Ах, твою. Вы слышите, не так ли? Вы слышали? Оба, оба. Все началось, ребята. Я видел призрака. Камера. Бери камеру. Где он? Где он, мазафа? Все началось. Этот призрак всех мочит. Мочит. Кто там? Как мило, очень мило, блядь. Блядь? Я скрою тебя, скрою и покажу. Заставлю. Чего ты мне там заставишь? Итак, ребята, меня там кто-то хочет скрыть. Валим, короче, отсюда. Не будем ждать, пока он меня скроет. Fuck you. Так, 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 так. Туалет, наш любимый сортир. Блять, я ни хрена ничего не понимаю. Нет, я, конечно, немножко понимаю. Но что-то ни хрена ничего не понимаю. Опа. Сортир, это хорошо, потому что здесь обычно бывали батарейки. Я не знаю, как здесь. Мазафак, батареек-то нет. Ага, вот она, батарейка. Да бери ты батарейку, она пригодится. У нас всего одна батарейка была. Опа-на. Пацанчики развлекаются. Не будем им мешать. Пройдем тихонько, без палева. Ты! Без наблюдателя, заходи! Пошел ты. Делать мне больше нехрен. Так. Валим. Валим, валим. Куда мы свалили? Зачем мы сюда зашли? Хе-хе-хе, батарейку взять. Блин, блин, блин. Ребята, вообще печально все. Пойдемте дальше. Пацанчик сюда зашел. Закрыл, гад. Закрылся, засранец. Пипец, да тут... Тут вообще пипец просто. Опа. Здорово. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Понял? Блять. Понял. Сори. Сори. Ребята, извините. Я пошел. Не буду вам мешать. Так сколько я там лежал-то? Точнее, сидел. Блядь. Блядь, творишь. Иди сюда. Пошел в жопу. Охренеть, ты за что меня бьешь-то, говнюк? Блять, все друг друга бьют, что-то делают. Ничего остается делать. Так. А, вот наш любимый. Любимая вентиляционная труба. Сколько там вообще время-то?
Время 20 минут, да? Все, ребята. Ребята, все началось. Murkoff has it under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help will come without outside attention. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff company payroll? Все, да? I don't. It's too late. Don't worry about that. It just has to stop. Пойдемте искать радио. У нас есть, по крайней мере, две батарейки. Вот так вот, а. У меня еще до сих пор глюки. Там глюченый пацан сидит. Опа. Давайте к нему, наверное, подходить не будем. По крайней мере, у меня нет желания. Так, 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 с этой стороны. А так, это... Пацанчик, все спокойно. Придется закрыть. Фу, он подошел ко мне, мазафак, и ничего не сделал. Ну ладно. Хорошо, что ничего не сделал. Пацанчик в адеквате. Он просто не понял, что... Что это было, бля? Где здесь долбанное радио? You're not security. I was. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. We can get out of here together. Пипец. Ну давай поможем, че. Доктор? Охренеть. Так, ладно. Умер. Что теперь? Спрятаться? Нет, спрятаться мне пока ни к чему. Так. Опа. Кто-то бежит за мной, походу, дело, да. Маза. Валим, пацаны, ждите. Еще один, кто один? Вот гандоны. Кинули меня. О, батарейка, это очень хорошо. И чё, куда мне идти? Документики, это хорошо. Да, блин, если они оттуда бежали, я не думаю, что это хорошая идея идти туда же. Херес 2, тут закрыто. Это хорошо. Так, что здесь у нас? Заначек нету. О. Охо-хо-хо-хо. Блин. Они оттуда, а я туда. Не очень-то хорошая идея, ребята. Ну, короче, нам надо куда-то... Куда-то, мазафак, бежать. Так, здесь что у нас есть? Что у нас есть? Ничего нету, да?
где батарейка? Блин. Кинули меня на батарейку. Ладно, ладно, успокойся. Успокойся, сгизил. Все нормально будет. Только не в этой жизни. Ой, бля. Началось. Опять это мясо. Офигеть. 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 Фу, бля. Мясо жарит. Точнее, варят. Сюда я точно не хочу. Офигеть. Так, давайте по стелсу. По стелсу, по стелсу, по стелсу. Звук знакомый. Пипец, какой знакомый звук. Просто ужасно знакомый звук, ребята. Это не жирный ли наш любимый? Нет, это не жирный. Это какой-то бородатый. Ладно, хрен бы с ним. Мазафак, все, пошли отсюда, пошли отсюда. Мы ничего не видели, нам ничего не надо. Закрой. Закрой дверь. Закрой дверь. Уходим. 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 Опа. Кто-то в сортире. Я туда не хочу. Да хорош ты, блин, глюки свои. Распускать. Так, 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 так. Я сделаю это, я думаю, здесь безопасно. Я иду, Купер! Просто нужно закрыть, иду, подожди! Да, блин. Где эти, вы какие эти наручники? Точнее, не наручники, а ключи от наручников. Собака. Ну, на этом, дорогие друзья, я заканчиваю очередную серию прохождения Outlast. С вами был Альберт. Ставим лайки. Всем пока.